В Центральной городской клинической больнице Ульяновска появилась возможность проведения тромбоэкстракции. Это современный метод лечения ишемического инсульта, при котором из мозговой артерии удаляется тромб. Преимущество такого оперативного вмешательства – минимизация повреждений головного мозга пациента. Подобные операции вот уже несколько лет вошли в обыденность во многих регионах страны. Теперь к новому способу лечения подключилась и наша область. Дополнительная методика при невозможности проведения тромболизиса, который входит в стандарт лечения. Как мы знаем, тромболизис можно проводить в первые 3 часа. Вот. Наша же процедура продлена до 6 часов от момента появления первых симптомов. Вся операция проходит под рентгенологическим контролем. Весь ход событий отражаются у врачей на специальных экранах. С помощью катетеров кардиохирурги проникают в мозговые артерии, где определяют уровень поражения участка. После специальными проводниками создают так называемую ловушку, которая захватывает тромб и удаляет его. Все это время пациент на операционном столе находится в сознании. Наркоз местный. В настоящее время 2 операции было проведено. Дело в том, что именно промежуток времени от начала инсульта лимитирует наши показания. Поэтому хочется отметить, что при первичных, самых минимальных признаках инсульта, такие как слабость в руке, да, в ноге, нарушение речи, пациент немедленно должен обратиться в скорую помощь. Обучаться процедуре тромбоэкстракции ульяновские специалисты ездили в лучшие медицинские институты Санкт-Петербурга. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.